вопрос такой. Набор веса на сыроедении. Допустим, у меня быстрый обмен веществ. И начав этот вид питания, у меня стал уходить сильный вес. Поэтому вот именно набор веса на сыроедении. Возможно ли это, в принципе? Спасибо. Ну да, вопрос понятен. Об этом как раз спрашивают очень часто. Тут самое главное понимать, что когда у организма еще только приспосабливается к этому питанию, а это, как правило, как минимум несколько лет, то тело перестраивается, тело очищается, тело тратит кучу сил, энергии, ресурсов на какую-то внутреннюю работу. И, как правило, в такой ситуации спасибо, что оно вообще живо и более-менее здорово. Ни о каком внешнем виде, ни о каком лишнем, не лишнем, а, так скажем, здоровом весе тут, как правило, еще речь не идет. Зато потом, когда все эти процессы уже близки к своему финалу, и организм уже достаточно чистый, достаточно здоровый, плюс еще и еда это усваивается уже теперь очень неплохо, вот тогда тело себя ведет точно так же, как на обычном питании. Занимается человек спортом, у него мышцы растут. Не занимаются, не растут. Так что ничего невозможного нет, все получается, но надо просто дождаться момента, когда все будет, когда будет все, что нужно.